Всем привет! Сейчас я прокомментирую и поугараю над рекламой Марс. Ну вот этот парень приехал учиться на священника и забывает свою девушку и все подобное. Вот сейчас звонит дверь и скушает фикс. Целый котел мусора из шоколада Марс набрал священник. Ой, пипец. Который раз уже этот парень обламывается. Учиться до священника. Как бум. Позвонил в церковь, жрал Марс. Выбросил и пошел. Ты помнишь эту рекламу, режиссер? Да, помню. Я тоже. Прикольная реклама. Невероятно. Это гениально. 2012 года это реклама. Я думаю, ей надо премию Оскар вручить. Надо, да. Ой, всем пока.